Всем привет! С вами Юмилия. Будем смотреть Джимми и самый длинный его видеоролик. Ну, может быть, один из самых длинных, да? Но самый длинный, который я вообще смотрела за все то время, что делаю реакции на Джимми. Просто дело в том, что я уже давно обратила внимание, что на русскоязычном Ютубе длинные ролики не являются каким-то шоковым явлением. Сейчас длинные видосы — это топ номер один тренд на русскоязычном Ютубе. Но вот на Западе даже по Джимми можно понять, то, что там больше все-таки в ходу короткие видео, там по 15, по 20 минут, в общем, до 30 минут. И для меня необычно видеть то, что Джимми сейчас выпускает такое видео, потому что это означает, что сейчас таким образом он задает подобный тренд уже на зарубежную аудиторию. И не только на англоязычную, а, можно сказать, и это тренд для остальных блогеров, на языки которых у него переведены его видеоролики. Надеюсь, вы взяли вкусняшечки, чильте, расслабляйтесь и давайте вместе смотреть ролик. За мной снова 100 человек. О, там мелкие. Их возраст варьируется от 1 года до целых 100 лет. Ого. И все они будут бороться за 250 тысяч долларов. Подойдите к своим кубам. И в отличие от моих... Блин, я сегодня такую, ну, реально грустную историю услышала. Вот, да, немножко грустненьки добавлю в эту реакцию. Как вот, в общем, жила бабуля, ей было 97 лет. И у них в целом в семье все долгожители. Вот представьте, 97 лет. И ее дочь, ну, как бы тоже бабуля, ей сейчас, ну, под 80... ну, плюс-минус там 70 с чем-то, и она говорит то, что если бы не ковид, вот эта бабуся и до 100 лет дожила. И, ну, знаете, прям грустно стало, когда она это рассказала. В прошлых видео сегодня эти 100 человек сами решат, кто заслуживает... Ну, вы только представьте, блин, 100 лет, ну, там человек жил, или 97, сколько всего он успел повидать, столько событий произошло за 100 лет! 250 тысяч! Заходите в свои кубы! Итак, испытание началось! Если кто-то решит выйти или просто коснется красной линии, он будет исключен. Ну, по прошлому опыту, наверное, бабули, дедули, они одними из первых уйдут. Ну и дети тоже, но посмотрим, вдруг на этот раз все будет иначе. Далеко вы пройдете в этом испытании? Я намерен пройти его до конца. Хорошо, посмотрим, как дела у Годовалова. Думаешь, ты выиграешь деньги? Хорошо играть с планшетом. Это ряд, который дойдет до самого конца испытания. 48, я серьезен. С самого начала было ясно, что люди среднего возраста оказались наиболее собранными и решительными. Ну и да, все остальные. Так если и в прошлый раз было. И, все! Двухлетка вышел из игры. Как и следовало ожидать, первыми ушли самые младшие. О, такая девочка красивенькая, рыженькая была, ой, милашка. Тебе понравилось? Нет, ты тоже милашка. Спросим мальчик через год, когда сможет говорить. И некоторые из пожилых. Да, сэр, я готов уйти. И уже к первому часу съемок этого видео выбыли 6 человек. И уже скоро их будет больше. В отличие от этого видео, которое было скорее соревнованием до последнего, здесь суть в том, чтобы заводить друзей и пытаться понравиться людям. Они сами решат, кто выиграет 250 тысяч. А ведь это жестко. Ведь это реально жестко. Ты не знал, что это станет самым напряженным из всех видео, что мы снимали? Позор тебе! Вы серьезно? Вы добрый человек, не исключайте меня. Уже сколько там слез! Всем! Надеюсь, за последний час у вас всех была возможность завести друзей, потому что они вам понадобятся. 10 минут на табло. Следующие 10 минут мне нужно, чтобы 10 из вас ушли. Я не смогу. В конечном счете, ваша ответственность как группы убедить 10 человек покинуть свои кубы. А если вы не сможете этого сделать, мы случайным образом исключим 25 из вас. Удачи! Боже мой, я не хочу. 10 минут для этого слишком мало. Кстати, давайте-ка я перееду вниз, чтобы таймер не закрывать, да. Хочу 25 случайных. Нам нужно, чтобы кто-то ушел! Я не уйду! Если вы пенсионер, то вам пора уходить. Жестоко! Если вам не больше 12 лет, вам пора уходить. Какая жесткая! Прошла уже минута, а никто не... Мне кажется, сейчас ее выгонят. Ушел. Если со мной уйдут 7 человек, я выйду! Прошу, помогите! Прошу! Меня нельзя исключать так рано. Ребята, пожалуйста! Можете уходить? Ты пожертвуешь собой ради команды? Я не могу, я пришел сюда надолго. Эй, сделайте это ради общего блага! 53, вон! Ты не хочешь выйти? Я куплю тебе Роблокс. Обещаю. Но...
А ведь, кстати, реально можно так с кем-то договориться, что если человек выиграет, то он с тобой поделится. И как-то я не припомню подобных договоренностей в роликах Мистера Биста, хотя вполне можно было бы делать подобное. Один есть! Один есть! И хотя 89-я решила пожертвовать собой, нам было нужно еще 8 человек. Это даже грустно на самом деле. То, что вот бабуся... Человек, никого решила так уйти. Не хочу показаться грубым, но все пожилые люди должны уйти. У них пенсия, а я учусь в колледже. Мне тяжело. 5! Ну как бы, блин! Хотя тут Америка, наверное, не совсем эта ситуация подходит. Но если рассматривать, например, наших пенсионеров, да? Ну, нашим пенсионерам не помешало бы 250 тысяч долларов. Ну и может быть пенсионерам в Америке тоже, хотя я, честно, не шарю, какая у них там пенсия. Ну, блин, все-таки ты уже старенький, да, работать не можешь. А если у тебя пенсия маленькая или нет близких людей, то тебе очень тяжело. Именно поэтому у многих пенсионеров может быть такая прям хорошая мотивация находиться там подольше. А он говорит: пенсионеры, идите, у вас там своя жизнь, а у меня там универ, ну, как-то так грубоватенько. Зачем пожилому деньги? В смысле, зачем? На лекарства? На врачей? На то, чтобы как-то, ну, питаться, платить за квартиру, и это вот только такой минимум я сейчас сказала. 3, 2, 1! О, этот парень, он сейчас теперь прям чаще стал видео появляться. Вы не пришли к соглашению, а значит, 25 случайных участников будут исключены. И чтобы гарантировать так там парочку человек же ушла. Мы при помощи этого устройства отберем участников одного за другим. Чендлер, возьми шарик для пинг-понга. Наш первый исключенный... Номер 18. Пока-пока. Ну почему я? Нет. Следующий исключенный 85. Помните, это ваш выбор. 82. Номер 80. Мне жаль, босс. Окей. 99. Не волнуйтесь. Бабусю. Здесь осталось всего 19 шариков. 12. 24. 22. 19. О, это жестко. 29. Мне жаль, сынок. Сын так сказал, мне жаль, сынок, хотя чел старше будто бы. Но это забавно. Не, это реально забавно, когда молодой парень говорит, ну, парню, который старше его, мне жаль, сынок. Ну, типа, знаете, вот эта фраза, она будто бы подходит там, ну, мужчине 40+. Так, 73, блин, кто там повылетал? Я не успела. Мне жаль, сынок. Так, 80. Слева 79, 73. Так, скипнули, а было бы интересно посмотреть. И наш последний исключенный. Номер 13! Пока. Чендлер, посмотри, скольких ты исключил. Мне жаль. Многовато. Сняли 25 человек. Хорошо, что это не я. Я все еще здесь, но не знаю, рад ли я это. При каждом числе я думал, это мой номер. Я сегодня иду домой. Вас осталось 67! Поздравляю! И, конечно же, стоит кому-то выбыть, и мы сразу уничтожаем его куб. Прям так? И после жести в прошлом испытании я решил дать им немного времени, чтобы прийти. Зато маг теперь в команде Джимми. Ну, как я понимаю, да, это классно. И в себя. Я позволил им немного потусоваться в своих кубах, что само по себе стало испытанием. Если вы не хотите здесь ночевать, то все, что нужно, это просто выйти из куба. Так и поступлю. Потому что к началу второго дня ушло так много людей, что у нас осталось всего 55 участников. Если подумать, то это изи тема для какого-нибудь бездомного. Ты лежишь, у тебя кроваточка, постельчик. Из тебя там, ну, я думаю, кормят, в туалет можешь ходить. Тепло, уютненько. Может быть, там, да, в Америке, где-нибудь в Калифорнии это не актуально, но все же в тех местах, где есть там зима, где прохладно. Во! Топчик! Начнем новый день с того, что посмотрим, сможете ли вы договориться о том, кто должен выиграть эти 250... О, 26! Писюню! 50 тысяч долларов! Я все ждала этого момента. Если вы сойдетесь на одном и том же человеке, он тут же получит 250 тысяч! Но! Если хоть один из вас проголосует за кого-то еще, мы устроим испытание и исключим многих из вас. Кто, по-твоему, должен выиграть? 14-й. Кто, по-твоему, должен выиграть 250 штук? 11-е. Так. Ну что ж, ничего не вышло. Вы не смогли единогласно договориться о том, кто должен выиграть деньги, но поэтому придется мило. Провести испытание. Каждый ряд должен выбрать капитана, который будет представлять всех участников своего ряда в следующем испытании. Прошу, убедитесь, что вы доверяете тому, кого выберете. Вы скоро все поймете, и это будет очень жестко. В течение следующих 15 минут каждый ряд пытался решить, кто будет их капитаном. Ты хочешь быть капитаном? Если ты не хочешь. Только если не решишь пожертвовать нами. Вы никуда не уйдете. Какой возраст будет представлять ваш ряд? 30. 30. 30. Вот так-то! Эй, добровольцы, есть? Я согласен.
64. Я согласна на 64. Кого в своем ряду вы хотите видеть капитаном? Меня. Я пришел сюда, чтобы бороться. Я выиграю. Нифига, дедуля, прям 100 лет! Круто! Хорошо, капитаны выбраны! Дедуля, мощь. Вот тут-то все и становится интересным и немного жестоким. Мы будем предлагать деньги, и если кто-то из вас капитанов возьмет их, вы и весь ваш ряд будете полностью исключены. Жестко, там еще учила, прикольно, мушка так вылетела. Положение ты... Так, все болеем за дедулю, отказы не принимаются. Не, ну, 100 лет. Прийти вот так на шоу, при том, что тебе никуда выйти нельзя. Это круто. $1000! Держи, 42. Я никуда не уйду. Я не исключу свой ряд за $1000. Я не сдвинусь. 14, прошу, не надо. В безопасности. Я не... Предложение 2. Ну, кстати, учитывая деньги, скорее всего, да, более молодой участник может повестись. Но парень вроде такой... $5000. С мозгами. Не надо. Если один из вас выйдет, исключив свой ряд, я дам ему $5000. Нет, 42. Не исключай нас, 42! Не ждите, что я уйду в ближайшее время. Не делай этого, 30-й! Я лишь надеюсь, что моя жена согласится с моим решением. Следующее предложение — $10000! Не надо! Сложно, сложно, да? 10000 не стоит того, чтобы расстраивать их. Мне они нравятся больше, чем 10000. Нифига себе, какой мальчик. Не, ну $10000, это как бы... Ну даже $20000. Не остановимся, пока один из вас... Почему-то детский ряд самый неэгоистичный, но пока что, да, это миленько так даже. Не выйдет! Этого мало, этого мало. И 50000! До этого капитаны держались стойко, но стало ясно, что как только на кону оказались 50000, некоторым капитанам стало труднее, чем другим. Учитывая там призрачный какой-то шанс на 250000, а тут ты сразу можешь взять 50000 и уйти, но с другой стороны ты подставишь так много людей. Но если людей в твоем ряду осталось не так много, можно договориться и с ними поделиться, чтобы, ну, им не было так обидно. Не делай этого, 42-й! Боже. Ну что ж, народ, повеселимся по-настоящему. Следующее предложение. Это у нас 80, это у нас 90, это еще не все. Клади наверх. Новое предложение. $100000 первому капитану, который выйдет из своего куба. Соглашайся и дели на всех. 14-й, 30-й, 42-й, 64-й или мистер 100. Кто-то из вас должен выйти, чтобы я смог сделать его богатым. Нет! Мне почему-то кажется, что дедуля 100-летний, он не согласится. Как будто он пришел вот прям на этот вызов для самого себя, что ли, чтобы что-то показать, может быть, доказать. Ну, посмотрим. Прям даже любопытно. 30-й! Вот сейчас я чувствую давление. Нет, 42-й! Чувак, меня так сильно возненавидят. О, я вижу, 30-й вот-вот сломается. Нет, двигайся! Не вздумай! Не делай этого! Не делай! О, он это делает! Я сделаю это. Простите. Ты серьезно? 30-й? Что за черт? Я в шоке. Вот доверились, да? Позор! Это безумие. 30-й вышел. Это сколько там людей выбыло? Не, ну даже смотрите. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ну да, на них, если поделить эти $100000, то уже сумма поменьше будет. Приятно все равно, хоть что-то, что было у каждого, но все равно. Вот если бы человек 5 осталось, ну, очень даже неплохо бы вышло. 10-летние и 30-летние теперь исключены. Офигеть. Вам, ребята, следовало выбрать лучшего капитана. Да. Не могу. Надо думать о сыне. Ты солгал, 30-й! Вот этот ряд. Это ряд, который дойдет до самого конца испытания. Все 20... Чё? Это жестко! 10-летние вы можете уйти, все 30-летние вы исключены. Мне... Главное, чтобы они ему там темную не устроили. Мне очень жаль. Какие мысли у тебя в голове? Что нас обыграли? Я все думал, что это обеспечит моего ребенка на очень, очень долго. Не, ну в каком-то смысле, да, есть такая вот
толика осуждения с моей стороны, а с другой стороны, ведь действительно 100 тысяч долларов. И представьте, какая сумма денег. У него ребенок, мы не знаем, какая именно у него жизнь. Живет он там в своем доме или снимает квартиру. Может быть, он сводит концы с концами еле-еле. И для него это реально топовый шанс, чтобы его семья не жила там впроголодь, например, да, а уже свободно могла эти 100 тысяч потратить там на квартиру, на дом, еще на что-то. Но то, как он минусанул столько людей, это, конечно, жесть. Столько из-за надежд того, было сколько разрушено. Предательства мы уже увидели в этом видео. 40-летние заключили союз в попытке удержать кого-либо из них от выхода. Mm-hmm. Альянс 40-летних вместе. Нас четверо. Время настало. Ну вот смотрите, четверо. 100 тысяч на четверых уже достойно. И вполне можно было бы сказать, да, я ухожу, но мы делимся деньги. Ну, в такой же ситуации. Проголосуйте и увидим, выберете ли вы победителя. И, как обычно, они не смогли договориться. Вот дедуся 100-летний, ну, много же кто проголосовал. Поэтому проведем испытание и исключим еще пару человек. Я скоро. В следующем испытании будет колесо, на котором указан возраст всех оставшихся участников. Ну что ж, Чендлер, крути! Снова Чендлер. В настоящее время вас осталось 36. И мы будем вращать колесо, пока не исключим 16 человек, доведя таким образом ваше общее количество до 20 финалистов. Хорошо? 67-й, я иду к твоему кубу. И пока я иду к его кубу, Чендлер, крути еще раз! Колесо укажет на возраст еще одного человека. И когда это произойдет, тебе придется решить, исключать его или нет. В смысле? 55. Испытание простое, 67-й. Вы можете выбрать, будет ли 55-й исключен или останется. Прежде чем вы решите, я считаю справедливо дать 55-му слово. Спасибо всем, мы отлично провели время. Удачи, ребята. Вы не хотите попросить, чтобы вас не исключали или что-то в этом роде? Нет, будь я в таком же положении, сделал бы то же самое. Что ж, он позволил вам исключить его? Его выбор. Ну, видно, что челик прям замялся. Вау, окей. Кто-то должен уйти. То есть вы его исключаете? Да. Окей, тогда решение окончательное. Хорошо. Мне жаль, босс. Спасибо. Тут такая ситуация. Чендлер, крути колесо! Он ведь дал мне право исключить его. Первый раз был легким. Уверен, остальные пройдут так же. О, 47-я! Мы дадим ей шанс высказаться, прежде чем ты примешь решение. Будь спокоен. Я бы хотела остаться. Я не хочу уходить. Каково ваше решение? Она остается. Вы выжили. Ну, кстати, это даже, наверное, справедливо, потому что тот парень даже не пробовал, типа, попросить его. Ну, пожалуйста, там, если можешь, оставь меня хотя бы ненадолго. А эта девушка, ну, видно, что у нее есть рвение к победе, она попросила, и мужчина к ней благосклонно так отнесся. Но... Она остается, теперь ей решать, кто уйдет, а кто нет. Он передал эстафету! По сути, можно исключить следующих 15 человек, ничем не рискуя. Но это было бы очень жестко. Кстати, было бы жестко, если бы ей сейчас он выпал, вот тот мужчина, и она бы его исключила. Бабе. 43. Я бы хотела остаться в нашей команде, но все зависит от тебя. Мы остаемся вместе, 43-й остается. Ура! Люблю тебя, девочка! 40-летние были полны решимости. Они прям такие милашки. Теперь ты главная. А вы везучая. Чендлер, крути колесо! Шестьдесят шестая. Хорошо. Прямо вон там. 43-я. Я знаю, что тебе трудно решать, но я бы хотела остаться. О, я сейчас расплачусь. Да. Оставишь ее, и она получит контроль. Ух, чел! Это типа намек на то, что если она получит контроль, то кикнет кого-то из сороковых, сорокалетних. Решать вам. 66. Вы такая милая, и было приятно познакомиться с вами. Ну, идите нафиг, да? В этой игре мы пытаемся держаться вместе. Какой коварный, а! Вы мне нравитесь, но, к сожалению, вы уходите. Спасибо. Спасибо всем. Все в порядке. Спасибо. Спасибо, что были с нами, номер 66. О, 6. Я так горжусь тобой. Сразу видно, кто всем рулит, да? 42 на 43-ю. Нельзя терять контроль, иначе нас исключат. Мы на войне. Я знаю. Блин, тут весь прикол-то в том, что он может предать 42-й, может предать всех своих в самом конце.
а до этого он просто может втереться к ним в доверие. Все возможно. В любом случае, нужно понимать то, что они все соперники в этом соревновании. И только по факту один человек выиграет. Кто, кроме сороковых, не был в безопасности? Можно было, знаете, как сделать? Сказать этой женщине, что я вас не выгоняю, но пообещайте мне, что вы не выгоните меня и других сороковых, если они выпадут. Вот. Можно было бы так договориться. Я не понимаю, почему люди здесь не договариваются вот таким вот образом. Все-таки ограничений на это нет, и правил таких нет. И ведь можно пробовать вот так вот как-то изгибаться вовсю. Если ей реально эта женщина нравилась и было сложно, то вот можно было так поступить. Опасности. Так, 57. 57. Ты даже не знакома с 57. 57, вы исключены. 40... Вот прям он ей! Прям сидит этот дьяволенок на ее плече и говорит, что делать, да? Вы остерегаетесь 50-х, потому что они вам отомстят. 65-е. О, это я. Это все ради игры, и мне жаль, вы тоже исключены. Он просто, можно сказать, вот этой женщиной 43-й всех выкидывает. Ну просто как будто бы сама она так ломалась, но когда ощутила его поддержку, то, что он вот прям на нее морально давит, да, она прогнулась под него. Она вывела 65-ю из игры. Я знаю, что ей больно это делать, я знаю. Но нам нельзя терять контроль. 43-я знает, что если она остановится и потеряет контроль над колесом, следующий игрок вполне может исключить ее. 11-я? Или 11-й? Это будет нечто. Это многое девочка. Значит для Джио. Хорошенько. Или мальчик. Может, с длинными волосами. Все обдумайте. Это 11-й? Джио, не плачь пока. Еще не все. Послушай меня очень внимательно. Следующие секунды многое решат. Я сейчас дам тебе этот микрофон, и ты попробуешь убедить ее не исключать тебя. Ты понимаешь? Блин, если она ребенка кикнет, ну это жестковато будет. Вы добрый человек. Я бы не смогла, честно, наверное. Тем более 11 — мое любимое число. Я не знаю, это реально для меня какое-то личное такое знаковое число. Я не суеверная, но все же. Хотя, может быть, исходя из этого, суеверная в плане числа только. И вы достаточно добры, чтобы не исключать меня. О, вау. Оставь Джио! Оставь Джио! Оставь Джио! О, даже посмотрите, Джимми, он сам растрогался, было видно. Не делай этого. Не время для сострадания. Посмотрим, как сейчас она поступит, потому что самой ей девочку жалко. Этот чел ей там... Окей. Окей. Джио, я так тобой восхищаюсь. Да. Ты самый крутой 11-летний ребенок. У тебя полно энергии и задора, и твое будущее очень светлое. Но, увы, твое время здесь истекло. Мне очень-очень жаль. Это очень жестоко. Это очень жестоко. Я понимаю то, что все они конкуренты, да? Но вот в такие моменты, в целом, здесь тоже были жесткие моменты, когда люди просили ее не кикать их, а она их кикала. Но вот тут ребенок плачет, все упрашивают, ну блин, ну не надо. И я почему-то думаю, что ей все это выйдет боком. И если ее 42-й кикнет, она поймет, насколько он ей проманипулировал, и насколько это все жестковато было. Вообще, мне кажется, почему-то, что если бы выпал этот ребенок, то это, как я понимаю, вроде бы девочка, да, то она бы никого, наверное, не кикала. Сказала бы, оставайтесь. И люди бы, они хотя бы немножко дольше, но смогли бы продержаться в этом испытании, и у них был бы шанс. Девочка, ну вы сейчас просто понимаете, по внешности иногда тяжело понять, мальчик или девочка, вот поэтому я вот по несколько раз думаю. Просто расчетливая баба. Ну, опять же, не совсем тут дело в этом. Может быть, она и расчетливая, но вот как-то она поначалу не была такой агрессивной, а потом, когда 42-й начал давить, она стала такой... Все потеряли... Детские мечты разрушены. Дар речи. Ну что ж, аплодисменты. Да, я да, в целом, ужасно. Надо было на самом деле всем аплодировать, хотя задолбались бы, ну потому что так жалко этих людей. Себя ощущал из-за этого исключения, что попросил 11-й номер помочь мне на сцене. Аплодисменты, Джио! На тот момент все за пределами 40 лет знали, что у них большие проблемы. Она исключит каждого из нас. Если тебе не 40, ты выбываешь. Опять же, я не думаю, что мы в безопасности. Ну да. 17-е. 17-е. К сожалению, ты исключена. Спасибо. Ну если она там девочку плачущую не пожалела, все, всем звездец. Бам-бам. 16-летний. У меня есть прабабушка, у нее не очень хорошее здоровье. Мне очень жаль, но ты тоже исключен, 16-й.
Блин, а ведь она могла бы никого не кикать. То есть тут же суть испытания, как я понимаю, в том, что это личный выбор человека, выбрасывать кого-то или нет. Да, понятное дело, если никого не выкинуть, то конкурентов будет больше в будущем, впоследствии, но все равно можно было бы в честной борьбе вот так вот попробовать посоревноваться. Это... Тут, кстати, чатик разделился на два лагеря. Кто-то пишет «Туда их! Туда!», а кто-то говорит типа «Блин, зачем так?». Я так горжусь. Хотите верьте, хотите нет, но колесо почему-то все время пропускало альянс сороковых. Да. 52. Исключено. О, боже мой. Сколько людей. Пока не выпало это. И вот оно, самое трудное решение в испытании. Ты исключаешь себя? Я думаю, что продолжу крутить, Джимми. Хорошо, крутани еще разок. Вы тоже исключены. Оу. К сожалению, вы исключены. Хорошо, 75. Жестко. 62. Увидимся. Можешь ничего не говорить. Ты... Бабуля прям боевая. Вторая, вы не хотите попытаться убедить ее? Нет. Да, в смысле? Как? Там и ребенок плачущий не убедил. 62. Я просто хочу, чтобы вы знали, я буду скучать по вашему храпу. Что ты сказал, злодей? Я буду скучать по вашему храпу. Я не злюсь на тебя, 43. Я начала чувствовать твою боль, а ты просто жестокий. Я уже скучаю по вам. Пока, ребят. Даже не заставив 43 принять решение, 62 покинула куб. Ну, было очевидно, что ее кикнут. И осталось всего одно исключение. Кто же станет их следующей жертвой? Итак, сектор Фистаблс. Это значит, что все получат лучший в мире шоколад. Молочный кранч. Вот лучше бы он раньше выпал. Мой любимый. Кранч. Окей. Спасибо. Без проблем. И хоть его исключили, мы все равно помним о нем. Обязательно сходите в Walmart и попробуйте наш новый вкус. Ну так вот, когда колесо наконец указало так на кого-то еще из альянса 40-летних? 41-е, я люблю тебя, и поэтому я передаю это тебе. Наконец-то у нас кто-то новый. В зависимости от результата, это может последний быть человек. Последний раз. Хорошо, мистер Стоун, вам есть... Дедулю зачем? Что сказать человеку, который пытается вас исключить? Ну дедулю-то оставь, ну будьте очень даже... Очень надеюсь, что людьми. Вы не исключите меня и прошу вас оставить меня. Мистер Стоун, мне очень жаль. Храни вас Бог. Я надеюсь, что у вас... Все получится. Адиос. О, нет. Я понимаю вас. Да ну зачем дедулю такие? Кать, что же вы за люди-то такие, а? Ужас! Ну зачем? Они и так избавились от такого огромного количества конкурентов. Ну дедульку-то можно было оставить. Ну это жестоко так. Ваш ответ. И поздравляю вас с тем, что вы делаете. Давай... Я думала, он скажет, и поздравляю вас с тем, что вы моральный урод. Ну ладно, на самом деле я грубовато сказала, да, это оскорбительно даже звучало, но они ребенка не... Ну дедулю, ну блин, ну столетний дедуля, ну что это такое-то, ну... Спасибо. Я не знаю, ну... Все поаплодируем столетнему. Все были просто раздавлены, увидев, что наш старейший участник выбыл. И поскольку он явно был любимцем публики, я не мог отпустить его просто так. Ну вот именно. Я дам вам 20 тысяч. 100 лет такой запал, столько энергии, блин. Вообще, это просто образцовый человек. Да в целом все старички, которые пришли, они образцовые люди, да? Потому что есть люди в возрасте, которые там уже, ну, забивают на себя, там, боятся выйти из дома, думают, что их жизнь кончена. А тут дедули и бабули, у них есть какая-то надежда на то, что их жизнь продолжается, на то, что будет нечто интересное, что они могут попробовать посоревноваться и выиграть. И это прям классно, поэтому всем людям в возрасте, кто пришел к Джимми, респект. За то, что вы пришли и соревновались. Спасибо, мне понравилось быть с вами. Это было жестко. Мы только что наблюдали, как многих людей исключили. Да. Я знаю, что всем сейчас, наверное, очень грустно. Особенно 43-й. Исключен. Исключена. Исключен. 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 Называть конкретные числа. Верно. Как ощущения после испытания? Мне больше не нравятся 40-е. Скажу как есть. Они уничтожили мою команду. Будет очень интересно посмотреть на 40-х, когда они будут уничтожать друг друга. Тоже 50-летние не любят вас. Потому что мы выбили половину из них. Будь микрофон у них, они бы выбили половину из нас. Согласен. Мораль ну, не истории, знаю. Не доверяй... А ведь помните, 67-летний мужчина, он одного человека выкинул, а потом передал, соответственно, микрофон. А кому он именно там передал? Ей передал как раз. Блин, я немножко запуталась. Так, 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 был мужчина... 47. Потом вот эта женщина
и она передала, получается, ей. По факту, этот мужчина, наверное, совершил свою роковую ошибку, когда был таким сострадательным. Я никому. Спустя пару часов после того, как игроки пришли в себя, мы провели еще одно голосование за победителя. О, 56-96. А вот помните, раньше столетний дедуля прям лидировал. Похоже, что вы ни о чем не можете договориться. Еще одно испытание! Оно будет напряженным. Хорошо. Если посмотрите сюда, то увидите 250 тысяч. Не путать с другими 250 тысячами. И один из вас может уйти с ними прямо сейчас. Что? Как? О, господи. Но прежде чем я все расскажу, мы затемним ваши комнаты. Внесите занавески! Он не хочет, чтобы мы общались. Что сложно, ведь мы такая сильная команда. Ставки значительно поднялись. Итак, мы закрыли все 20 кубов. Если один из вас добровольно выйдет, исключив себя, то получит эти 250 тысяч долларов. Но если кто-то еще попытается это сделать, оба будут исключены и ничего не выиграют. Время пошло. Посмотрим, выиграет ли кто-то 250 тысяч. Я сегодня упустил 100 тысяч. На этот раз я получу именно то, зачем пришел. Блин, но если он сейчас выйдет и выйдет кто-то еще, то это конец. На самом деле, здесь можно попробовать только выжидать, наблюдать и внимательно слушать шаги. И то там все-таки такое большое помещение, вряд ли ты услышишь все-таки, что кто-то с другого конца вышел. Просто говорю вам, что выйду. Так что, если хотите присоединиться, то можем быть неудачниками вместе. Кажется, я решусь на это. 64-е. Чисто, чтобы вам все испоганить, да? Выйдешь? Ага. Если выйдешь и 42-й тоже, ты ничего не получишь. Это верно. Было совершенно ясно, что 42-й сделает все, что в его силах, чтобы забрать приз. Я выхожу. Осталось 60 секунд, пока вышел только один. Кто-то рискнет или нет? Денег, сколько в главном призе. Кто-то может уйти с деньгами прямо сейчас. Но сейчас кто-то выйдет чисто, чтобы ему все подпортить. И если он сам по себе устал. Если интересно. Если вы решите уйти, то должны хранить молчание. С этой стороны никто не вышел. На данный момент 42-й может уйти с четвертью миллиона долларов. 50-й на местах. Как скала. Кейси, ты остаешься? Кейси остается. О. Хорошо, приятель. 3, 2. Выходите сейчас. Вот тебе и 50-е на местах. Здесь один. Время вышло. Посмотрим, выиграл ли кто-то четверть миллиона долларов. Страшно. 42-й всех минусовал, да? Там? И сам по итогу. Опустите занавески. Если мы посмотрим вокруг, то увидим, что 42-й был единственным, кто вышел. В смысле, а... А 50? Пока! Да! Не осталось 2 секунды. И кто-то вон там вышел в последнюю секунду. Подпортил ему всю малину. Я так же подмигнул. Боже мой. А на что 42-й рассчитывал? Да! Бабуля шарит. Карма, карма, да. Ой. Извини, 42. Как говорится, либо пан, либо пропал. 40-летние только что потеряли своего лидера. А вы, ребята, все еще в игре. Помните об этом? Это тяжело. Вы оба рискнули, и не сработало. Я очень громко и ясно заявил о себе, и ты знал, что произойдет. Так что, по сути, ты сказал, деньги. Я вас не люблю. Бывает. Все окей. Думаю, на сегодня хватит стресса. Убедитесь, что завид... Ну, почему-то мне кажется, что он либо устал, либо обиду на 40-х затаил, и поэтому решил выйти как-то. И дать шанс другим ребятам. Идете много друзей. Моего соседа теперь нет. Так он сказал два неудачника, кстати, да! Очень-очень-очень громко и ясно сказался. А ему деньги все-таки какие-то додали, да? Слушайте, тут только один победитель. Казалось, что сработало до последних 2 секунд. Ой, дедуля! Ай, молодец, ай, молодец! Все подпортила. Честно, если бы мне не нужны были деньги, я бы так же сделала с таким челом. 2 секунды считаются. Я все решил еще до того, как запустили таймер. Похоже, 50-летние не так быстро забудут урон, полученный вчера. Все, что я хочу сказать, 40-е, остерегайтесь 50-х, потому что они вам отомстят. На данный момент 82 человека исключены из испытания. Всего 17. Но мы не собираемся сбавлять обороты.
Доброе утро всем! Как думаете, вы договоритесь о том, кто должен выиграть 250 тысяч? Может быть. Голосуйте на планшете. Разумеется, все проголосовали за одного и того же человека. Давай серьезно, мне готовить следующее испытание? Да. Ага, так и думал. Чем меньше людей, тем меньше единодуший. Блин, я когда увидела 43-ю вверху списка, такая типа, чего? Она там всех покикала, а потом вот когда все скипнулось, ну да, все стало на свои места. Хорошо. 14-летний остался, да-да-да, он остался. Время для следующего испытания, вынесите кейсы. На данный момент все люди старше 40 лет начали понимать, что будет следующим испытанием. Там чемоданы с номерами, как в панели пропал. Боже мой, я думаю, это пан или пропал. Это очень похоже на пан или пропал. Следующее испытание очень похоже на популярное шоу «Пан или пропал». И поэтому мы пригласили ведущего Хауи Мэндала. Ого! Честно, я это шоу не смотрела, но классно то, что прям ведущий пришел. Вау! Как дела, Хауи? Все, кто старше 40, обожают Хауи. Спасибо, хватит. 14-летний, ты, возможно, его не видел. Ты меня знаешь? Стоп. Возможно, я знаю. Вы музыкант? И если вам тоже меньше 40, и вы не видели «Пан» или «Пропал», не волнуйтесь. Я объясню правила по ходу дела. Если мы заглянем внутрь этих 18 кейсов, то в половине надпись «Исключен», а в половине «Спасен». Выбери номер. 14. Логично. Открой кейс. Я бы выбрала 11. Интересно, что в 11-м будет. Вот даже проверим. Никто, включая меня, не может видеть, что внутри. Ты знаешь, что внутри? Да. Кто здесь следующий по старшинству? Думаю, это я. Хорошо, теперь я иду 41-е. К номеру 41. Нифига себе, 14-й? 41-е. Прикольно. 41-е теперь может украсть кейс 14-го для себя или выбрать один из оставшихся кейсов. Посмотрим, насколько хорошо они умеют читать друг друга. Эй, что в кейсе номер 14? Там спасен. Я украду его у тебя. 41-е, открывайте кейс. Здорово, ему так нравится. Все верно, столько воспоминаний. Откройте кейс. Да! Вау! Ну как бы сейчас кто-то может у нее кейс украсть, да? Вау! Почему он не соврал и не оставил безопасный кейс? Это значит, что шансы всех только что ухудшились. Нужно выбрать новый кейс. Какой номер? 13. Счастливый 13. Следующий по старшинству участник номер 43. Эй, 14, что в твоем кейсе? Там написано «Исключен». А вот теперь думай, правда он сказал так же, как в тот раз, или соврал? Я... Признаюсь, в тот момент даже я не знал, говорит он правду или нет. 14-й, ты клянешься, что там исключен? Да, исключен. Вау, это стратегия? Я думаю, что сама выберу кейс. 14-й, открой свой кейс! Хорошо. Интересно, реально, да? Исключен. О, 14-й. Мне очень жаль, приятель. Еще один в списке исключенных вами. Это постоянно. Да, это очень жестоко. А мальчик просто пытался быть честным. Жалко так этого мальчика. Он же и до этого тоже себя так хорошо показывал. Заступался там за ребят. Увидимся, приятель. Ты лучший. Спасибо. Я хотел быть честным, и я... Как будто в конце он там... Спасибо. Увидимся. Даже в озвучке приятель, так... Приятель, ты лучший. Спасибо. Я... Как будто чуть не заплакал. Я хотел быть честным, и я был, и меня... Надо уметь врать. Ну, смотрите. А тут же по правилам тебе не запрещено просто замолчать. Ты можешь сказать, ну, ты там сама думай, и лечь лицом в подушку, и чисто, чтобы человек был дезориентирован. Он не знал, выбирать кейс или не выбирать. То есть ребята здесь, ну, в целом люди, они действуют, ну, шаблонно. Типа тебе задают вопрос, и ты должен на него ответить. Но ведь можно попробовать поимпровизировать. Исключили. Я чувствую, что поступил правильно. Осталось 16 кейсов. Выберите номер. Я выберу счастливое число 3. Нам даже не нужен микрофон для этого. Они стоят рядом. У нас еще есть альянс. Можешь мне доверять или нет. Если ты спасена, я позволю тебе оставить кейс. Ты спасена? Я не спасена. Мне нужно принять трудное решение. Оставляю. Окей. Он решил оставить кейс 43-й. Откройте его для нас. Если она лжет, она собрала или нет? Спасен, то 40-е больше не смогут доверять друг другу, и их альянс будет разрушен. Она правду сказала. Какой сильный альянс. Мне очень жаль, 43. Мы любим тебя, 43. Это почти хуже, чем... Жестко, конечно, она столько людей вынесла.
упала и сама вылетела. Карма. Быть похороненным. Это определенно хуже. Осталось 15 кейсов, и лишь 8 из них безопасны. Я скажу тебе правду, я исключен. Я просто испытаю судьбу. 44-й. Он был исключен. Ух. Это жестоко. Удачи, мужик. Выберите любой номер. 10. 10. Убедитесь, что никто не видит. Я пришла сюда не за деньгами, а за честностью. Там написано «спасен». Ты говоришь правду? Это сам... Прям интересно, даже правду или нет, мы все-таки. Мы серьезный выбор в вашей жизни. Вау, да, какая ну интрига. Прям нагнетает, да, самый серьезный выбор в вашей жизни. Крадешь или нет? Я хочу забрать его. Обратного пути нет. Твое будущее лежит внутри этого кейса. Не могу. Открой кейс. Ну, она так... Да. У той девушки просто уже глаза были на мокром месте, поэтому уже в тот момент было ясно, что она, ну, правду сказала. Она говорила правду! Да. Большое спасибо. Посмотрим, решит ли она в какой-то момент действовать сама. Что, как ты утверждаешь в твоем кейсе? Исключен. Я поверю тебе и позволю тебе оставить кейс. Открой кейс. Хотя ее честность привела к исключению, она помогла спасти двух человек из Альянса. Ну, кстати, если подумать, вот даже на эту девушку посмотреть, 45 лет, она будто моложе выглядит. И я на самом деле на протяжении всего видеоролика видела много таких людей, которые выглядели там, ну, не на 60, не на 50, не на 45, а младше. Классно. Честен, 48. Я всегда был честен с тобой, 51, ты это знаешь. Опа. Я облегчу тебе задачу, там написано «исключен». Пая, украсть или не украсть? Как классно! Помни, 250 000 на кону, 51-й. Я не стану красть. Посмотрим, говорил ли правду 48-й. 3, 2, 1. Ну, своим враньем он смог остаться, потому что до этого все говорили правду и выбывали. Хорошо сыграно. Как хорошо сыграно. Надеюсь, вы усвоили урок. Вот как нужно лгать, ребята. Вы попали в девятку лучших. Получится ли у 51-го так же? 17, Хавы. Вот так. 17-й на очереди. Я поверю всему, что он скажет. Там написано «исключен». Красть или не красть? Не красть. На самом деле, многие люди такие честные прям. Хорошо. Покажем ей. Даже в ходе игры. Он был честен. 51-й, теперь вы исключены. Это отстой. И хотя 54-я избежала опасности, сейчас ей попался кейс с исключением. Привет, 54-я, я готов. Я честно скажу, что в 7-м кейсе написано «исключен». Я знаю, что это мой билет дальше, ведь ты не обманываешь меня. Сложное решение. Красть или не красть? Мне кажется, словно вес всего мира сейчас на моих плечах. Красть. Хорошо. И хоть она сказала, что там надпись «исключен», вы украдете его? Он решил ее... так я и сказал, да. Он решил ее засейвить. Украсть. Ого. Он бросился на амбразуру ради нее. Вы ей верите? Ого. Да, я хочу для нее самого лучшего. А я увижусь с внуками. Что-то так он сказал, хочу для нее самого лучшего, как будто это его возлюбленная. Нифига себе, так вот пожертвовал. Боже мой. Ради человека, с которым, ну, так встретился на испытании, хотя вдруг они были знакомы. Вау, это, возможно, самый бескорыстный поступок, что я видел в жизни. Думаю, я споткнусь об эту штуку. Ты дала мне самый легкий выбор в моей жизни. Храни тебя, Бог. Если в игре хоть денежек ему там дай немножко. Есть шанс что-то дать человеку, то да, это. Я правда выиграл, я встретил Хави Мэндала. И снова взял. Блин, классно то, что люди, несмотря на то, что уходят, все равно видят позитивные моменты. В кейс с исключением она во второй раз оказалась честной. Я признаюсь честно, там написано «исключен». Блин, если бы выиграла, вдруг она тому мужчине дала бы деньги. Нет, я не буду его красть. Ну, самопожертвование окончено, продолжаем дальше. Ближе к концу игры у нас стали заканчиваться безопасные кейсы. У меня один... Блин, я так и не увидела, 11-й кейс был безопасным или нет. Просто я бы его выбрала, как говорила ранее. Я бы хотела украсть. Я ему верю. Что? О, нет! И как только мы добрались до двух последних кейсов, мы понятия не имели, будут ли они лгать или говорить правду. Итак, 67-й и 96-й. Один спасен,
а другой исключен. Вы хотите выбрать кейс? Или хотите, чтобы 96-й выбрал его? Давай, 96. Это прекрасно, что вы здесь. Надеюсь, в вашем возрасте у меня будет столько же энергии. Да. Хочу покататься на лыжах в следующем году. Ого! Окей. Какой кейс вы хотите? Нифига себе. 16. Есть 16-й. Мы откроем и посмотрим внутрь, чтобы никто другой не видел. Что в кейсе 96? Исключен. Моему отцу тоже 96 лет. Сколько же раз он врал? Ну как бы не надо судить. Вы возьмете последний кейс со сцены или украдете у 96-го? Не украду. И поскольку это наши два последних кейса, мы немного усилим драматизм. Ну, кстати, так даже интереснее то, что он не украл, а взял другой кейс. Я вот не понимаю, почему многие в этом испытании говорили «украду, не украду», а ведь могли бы, ну, взять рандомно что-то мы сразу же. Мы откроем их одновременно, чтобы увидеть, кто пройдет дальше. Ну, кражи было много лучше. Прям. И 250 тысяч на кону. Я начну обратный отчет. 3, 2, 1. Минус чел. Иди, Дуля! Мы остаемся. 96-летний солгал. Я жив и здоров. А он-то был прав, 67-летний, да? Поэтому он самый старший, что остался в испытании. И вот, у нас осталась девятка сильнейших. Ну, кстати, сильнейших. Учитывая прошлый видеоролик, там же все, кому было 90+, возможно, даже 80+, они почти в начале выбыли, а тут дедуля держится! Следующее испытание будет еще безумнее. 96 лет! Мы сократились до финальной девятки. Я планирую победить в этой игре. Очень нервничаю. Ой, у него глазик такой желтенький. Альянс сороковых держится стойко! Эмоции накаляются. Я думаю, что скоро станет довольно безумно. И к моменту последнего дня этого видео, Давид... Как хорошо, что ночью хоть свет выключен, а то при свете спать это вообще ужас. Так, чатики пишут, и я за деда! Три участника друг другу истончились. Я даже не знаю, если выиграет дедуля, это будет мощно, но из оставшихся участников пока вроде бы нет. Тех, кому у меня была симпатия. Те, кто... были мне симпатичны, они уже как-то выбыли. Добро пожаловать в мою скромную обитель. Вокруг вас просто море красных крестиков. Море крови. Вы доверяете людям там, на другой стороне? Не доверяю. Из всех людей, оставшихся в этой комнате, да. Кому вы доверяете больше всего? 47-й на 100%. Когда мы ввязались в это, мы просто хотели посмотреть, как далеко мы сможем зайти вдвоем. И если в итоге останемся только мы, это будет потрясающе. Какова ваша стратегия? У меня нет стратегии. Такая бабуся, это, по-моему, она ехидно смеялась. Окей, тогда бабуся. Вы не можете договориться о том... Буду за нее болеть, за бабусю и за того дедулю. Кто выиграет эту гигантскую кучу денег? Ну, она так просто смеялась, забавно. Теперь вы выберете 4 человек, которых нужно исключить. Способ принятия решения... Вот эта девушка 41-летняя, она мне одну актрису напоминает. Не просто. Каждый раз... Схожесть просто у нее есть во внешности. Каждый остальным, почему он заслуживает призовых денег. И всем вместе придется решить, чья история достойна продолжения испытания, а чья нет. Каждое решение, которое вы приняли за это видео, вело вас к этому моменту. Расскажите, на что потратите деньги? У меня сын, у которого есть особые потребности. Мы оставили все в нашей стране, на Филиппинах. У меня нет медицинской страховки. У меня ужасная нейропатия. В Америке без страховки это вообще ужас. Ей кузины волчанка, и я хочу ей помочь. У нее 3 малышей. Это так тяжело, ребята. У меня аутичная невербальная дочь, которой в конце месяца будет 7. С ней нужно много работать, и нам столько всего предстоит с ней. Жесть. Я плачу за всех. Мое сердце разбито. Просто хочу отдать им все свои деньги. Бабулечка! Как можно ставить чьи-то желания и надежды выше других? Инвестировать на 90-120 дней в мою майнинговую платформу. Несправедливо. Хотя, с другой стороны, ну, наверное, не стоит осуждать. Ну, что-то как-то, после того, что здесь было сказано, это очень сильно выбилось. Выше других. Инвестировать на 90-120 дней в мою майнинговую платформу. Я даже не знаю, боже. Ну, типа, знаете, майнинг, биткоины, крипта, вот это все, это довольно сложные темы, в которых разбирается не каждый человек. И окей, если она за это шарит, что готова вложить 250 тысяч долларов, но если она просто где-то что-то слышала там про майнинг фермы, про вот эти биткоины, и вкинет туда все вот эти деньги, ну, будет очень
обидно. На самом деле, получив такую сумму денег, понятное дело, что можно часть из них инвестировать и даже поэкспериментировать там с майнингом, с криптовалютами. Ну, если все 250 тысяч вложить в это без опыта, это просто трагедия. Ну, блин, неожиданно было услышать подобное. Справедливо говорить, бабуси. Но его желания не так важны, как те или другие. Несправедливо. Я чуть не потеряла бизнес во время пандемии. Давай голосовать по одному. Кто не проходит? Окей. Начнем с очевидного. Моей дочери, потому что я живу с ней, она приняла меня. Становится когда... все труднее и труднее, чем дольше это идет. Давай двигаться дальше, потому что легче не будет. И вот, когда вы услышали истории друг друга, теперь вам всем решать, кто останется, а кто уйдет. Ой. Я не знаю, что делать. Давай начнем с 61-й. Я почему-то думаю, что бабуся вот та, которая седая, она, скорее всего, сама уйдет. Ну, просто она такая добренькая прям вся. Вряд ли она дойдет до финала. Если она выиграет, то это прям исключение будет. Так. Люди на этой стороне комнаты решили выбрать 61-ю. Услышав истории друг друга, вы должны решить, кому, по вашему мнению, стоит отправиться домой. Ну блин, ну майнинг ферма это бабуся вообще. Покажите результаты. Вау. Даже если бы она сказала там, хочу инвестировать, чтобы сделать то-то, то-то. Кто это был? 61. Ну блин, вот ну просто от бабули слышать инвестировать в майнинг-ферму, ну это как-то зато честно, ну наверное, да. Ну смотри, тут дело даже не совсем в этом, а в том, что эту информацию можно было иначе привнести. Сказать, для чего тебе нужна эта майнинг-ферма, что она даст тебе в твоей жизни, да? А она как-то так вот это рассказала, ну не совсем верно. Это я. Можно было иначе сказать вообще. Она смутьянка. И знаете что? Смутьянка. Ох. Дорожка. Еще троих жестко. Участников нужно исключить. Вам решать. Я не знаю, что мне делать. Мы можем выбрать 46, если нужно. Сделаем это. Уже альянс 40-х разрушается, да? 46 был не очень убедителен. Про там страну, про переезд из страны и без денег. Голоса посчитаны. Хорошо? Нервничаешь? Очень. Собираюсь предать свой альянс. Посмотрим на результаты. Первое предательство альянса. Каждый голос был отдан за 40-летнего. Я думал, у вас всех альянс. Угу. Бро. Воу. Хорошо. 46-й, вы исключены. Я не могу поверить в то, что произошло. Альянс 40-летних только что развалился. Рано или поздно это должно было произойти. Кто дальше? 96. О, я больше не могу этого делать. Посмотрим, что вы все... Я ее понимаю, это жестко. ...решили. Вау, 96-летний. Что вы так? Удачи и спасибо всем. Я счастлив, что был на этом шоу. Финальное голосование приближается. 72? Ну, голосуем. Мы готовы к последнему исключению в этом испытании. И на этот раз я попрошу вас сказать мне, за какой номер вы проголосовали. За кого вы проголосовали? Я проголосовал за 72. Один. Бабуся! Голос за 72-ю. Она милашка. 72-я. За кого вы проголосовали? Бабуся! 41-я. Один голос за 41-ю. За кого вы проголосовали? Я проголосовала за 72, так что у нас ничья 72. Бабуся! Я уже говорила, было очевидно, что ее выкинут. Ну, что-то какая-то она добренькая. Кого вы проголосовали и почему? За 41-ю. Там в основном желания и мечты. Я помогу своей сестре-близнецу купить дом. Вместо необходимости. Это уравнивает счет. За кого вы проголосовали? 72. Три голоса за 70... Бабуся! Вторую. И два голоса за 41-ю. Вы решающий фактор. За кого вы проголосовали? Я почему-то думаю, что она кикнет бабусю, потому что тот ее, ну, тиммейт сказал, что надо голосовать за бабусю, а тут у них альянс хотя бы и развалился, хотя он и развалился, да, но все равно, скорее всего, она подумает, ну ладно, оставлю эту девушку. Посмотрим. 72? Ну, голосуем. Я проголосовала за 72-ю. Это значит, что 72-я получила большинство голосов. Мне же. Бабулечка. Вы исключены. Только один человек получит эти деньги. Увы, мы знали, что в какой-то момент нам придется провести сокращение. Теперь пришло время играть в игру. Внимание, финалисты! Я думаю, что понятно, кто будет кикнут. Там все 40-е, один 56-й.
И снова вы не смогли единогласно проголосовать за победителя, и теперь у вас больше нет выбора. Мне не нравится, что вы так далеко друг от друга, особенно 56-й. Это как-то нечестно. Итак, парни, я думаю, что наконец-то пришло время раскрыть главный поворот во всем этом видео. Так. Впервые с начала этого ролика вы можете выйти из своих кубов. Вы не будете исключены и пройдете к гигантскому кубу для финального испытания. Подождите, я только что был в кубе. Как я и говорил, на протяжении всего... 41, 47, 48, 60... А, еще 64! У этого видео всё, решение о том, забыла. Кто выиграет деньги, зависит... Да бабушке самой эти деньги и не были очень нужны. Ну, на самом деле, да. Лишь от вас. Итак, на экране обратный отсчет. Тоже верно. И когда час подойдет к концу, оставшийся в кубе выиграет 250 тысяч. А если по какой-то причине здесь останется больше одного человека... Парни, выходите! Это ж что еще такое? Обратите внимание, что Мак и Тарик держат огнемет. И они, не колеблясь, польют эти деньги огнем по моей... Ну, хоть не людей! ...и команде. Время пошло! Удачи! Так, ну смотрите, их 5, 250 тысяч, опять же, можно поделить! Наверное, это сказывается то, что, ну, я, типа, не один ребенок в семье, у нас так было принято, то, что всегда надо делиться. Вот, наверное, поэтому я выступаю за такой вариант, но я думаю, то, что это самое такое верное решение. 50 тысяч долларов тоже не маленькая сумма, и нужно понимать то, что другие люди, у них тоже их жизнь, им тоже эти деньги нужны, это первое. Второе, ну, 50 тысяч долларов, это и для тебя как бы тоже сумма не маленькая. Ну, и третье, у тебя целых... 4 конкурента, и не факт, что выиграешь именно ты, а так будет 50 тысяч. Только один из нас уйдет с деньгами. Думаю, что здесь нет никого, который был бы важнее других. Аминь. Это относится ко всем от 1 до 100. Мы все заслуживаем этих денег. Причем тут заслужить? Нужно выиграть. Мысли? Если мы не можем договориться об одном человеке, то нужно найти способ это сделать. Есть идеи на этот счет? Я бы предпочла, чтобы нам сказали, что делать. Кто-нибудь готов уйти? Это справедливый вопрос. Я просто подумала, что стоит это предложить. Почему бы и нет? Мы это не обсуждали. Ага. То есть никто уходить не хочет? Так стоит прям секьюрити. Я, можно сказать, в невыгодном положении. Я не знаю вашу историю. Если она расскажет тебе свою историю, эти деньги сгорят. Но моя история — это я. Это моя жизнь. У меня свои трудности, у нее свои. То есть у всех свои трудности. Мы не хотим ничего рассказывать и просто оставим все как есть. Мы не можем, у нас всего 15 минут. Сейчас мы просто тратим время. Время утекает. Кто-то должен начать уходить. Сейчас. Я не могу дышать. Я бы лучше ушла. Не надо. Ты заслуживаешь этого, как и любой из нас. Если тебе не хватает сил, чтобы сказать «я должна остаться», то я не понимаю, как ты можешь кого-то исключать. Это не ссора, понятно? Это жизнь. Это жизнь. Хочу ли я исключить вас? Нет, не хочу. Ты не та, кто не в силах с этим справиться и хочет уйти. Но я не позволю ей взять и уйти вот так. О-о-о-о, что за драма? Там наоборот надо, чтобы кто-то ушел. Она такая «я не позволю ей уйти!» Все пятеро еще там. Я буквально ощущаю... Оператор так снимает. Как насчет рейтингового голосования? Какой-нибудь там игры... Хотя тяжело так вот взять и сыграть в какую-то рандомную игру, которая все решит. Пиши на бумаге. Сложно, значит, рейтинговая. Вот как это будет выглядеть. Идея 48-го проста. Каждый по очереди выбирает того, кто ему, как кажется, больше всего заслуживает денег. И тот, кто чаще всего будет на вершине списков, заберет деньги. То есть от каждого по голосу и все. Это рейтинговое голосование. Предлагаю так и сделать. Тут, кстати, реально все же будет зависеть от того, насколько ты понравился остальным. Как и Джимми до этого говорил, и предыдущие испытания, кстати, были похожими. Хороший подход. Учитывая специфику всего происходящего. Ты хочешь собрать все и подсчитать? Именно это я и делаю. Если хочешь, подойди, проголосуй, и я начну считать. 3 минуты всего. Хорошо, мы готовы. Вы пришли к выводу? Да. В таком случае выходите, когда будете готовы. 56-й был на 5-м месте. 41-й и 64-й разделили 3-е. Боже мой. Давай, сестра.
Мне все равно нужно за кого-то держаться. И теперь все сводится к 47-му и 48-й, да, у которых был самый сильный союз во всем видео с самого, да, первого дня. И он же как раз говорил, что типа было бы мощно, если бы они вдвоем остались. Но, как вы знаете, только один из них может выиграть эти $250,000. Я занял второе место. 47-я наш победитель. Это безумие. Спасибо, Иисусе, спасибо, спасибо. Поздравляю, 47-я! Вам было трудно исключать других игроков. Вы создали самый сильный альянс и до самого конца боролись за окружающих. Я не позволю ей уйти. Ну, кстати, да! Да! И вот почему 100 человек в конечном итоге решили, что это ваши 250 тысяч. Жестко. Не волнуйтесь, все четверо уйдут с 10 тысячами долларов. О-о-о! Неплохо. Это было просто. Ну, там и до этого был кадр, как мужчина держал какую-то... Это потрясающе. Часть денег. Это безумие. 47-я, у нас есть для вас последний сюрприз. Входите. Мамочка! Справилась, милая. Я наконец-то могу помочь тебе, мама. Я могу тебе помочь. Это определенно одно из моих любимых видео. Дайте мне знать в комментариях, понравился ли вам более длинный формат. Мы пробуем его, чтобы подготовиться к нашему шоу на Amazon Prime, которое... О, кстати, слышала. ...выйдет в этом году. Но об этом я расскажу позже. Вот насчет этого шоу на Амазоне. Мне прям интересно, можно ли... Было бы в будущем на него записать реакцию, выложить на YouTube, ну или же хотя бы на стриме как раз-таки все это дело заценить. И если нельзя, то можно было бы нам вместе с вами посмотреть это шоу на Boosty и в приватном телеграм-канале. Насчет длины видеороликов, ну, в целом сейчас таким образом и работает YouTube, скажем так, и рано или поздно это должно было произойти и с Мистером Бистом. Поэтому я люблю смотреть более короткие ролики, да, потому что там, ну, не хочется супер много времени тратить на один длиннющий прям видос, но если один видос длинный и он интересный, то почему бы, собственно, и нет?